Доброго времени суток, дорогие друзья, гости, подписчики. Все, кто зашел на мой канал посмотреть, что я вчера приобрела в магазине, какие семена. Каждый раз, наступая новый сезон, я говорю, все, у меня семена есть, хотя у меня остается, я всегда с запасом покупаю. У меня семян хватает на 3 года, как раз с расчетом того, что я закупаю, чтобы было вот срок годности. Здесь вот сейчас купила до 17 года. Здесь до 18 года. Ну и, конечно, новый упаковщик появился. Посмотрим, как он выращивает, как у него семена будут. Ну ладно, речь не об этом. Каждый раз, заходя в магазин, я не могу пройти мимо семян. Сразу появляется мысль, зачем это надо и что с этим буду делать. Первое, что мне попалось на глаза, это кукуруза. И я сразу вспомнила, что у меня есть свинка, которой нужна вот на зиму очень хорошо заготавливать вот именно вот эту траву кукурузы. Листья, вот это все, вот это вот, как она. Не сколько початки, сколько саму траву. Дело в том, что я один раз сажала, когда только у нас появился земельный участок, дача, я кукурузу сажала. Но она у нас в Ярославской области не созревает. Если, конечно, будет жаркое лето, она созреет. Если нет, то она не созреет. Ну, в данный момент я закупила, посадим, будем запасать травку. Созреет, так созреет, не созреет, будем свинкам заготавливать траву. Дальше. Ну, конечно, без капусты у нас тоже не бойтесь. У меня семена капусты есть, но я еще купила. Ну, белокочану, июньская, это как положено. Колобок мне нравится хорошо у нас, именно у нас здесь растет. И слава очень хорошо. Ну, мегатон хорошо тоже растет. Но я купила для чего? В этом году у меня капуста вообще не выросла. Ухаживала, потом я посмотрела, что она ничего из нее хорошего не получится. И, соответственно, я плюнула и потом все отдала птичкам. Капусту я буду сеять как бы много. И для того, чтобы было... Даже вот сейчас я буду сеять лук завтра. Ну, как завтра? Завтра или послезавтра, как только потепление будет. Потому что я хочу в парник поставить. Не хочу я больше ни дома, ни здесь ничего выращивать. Только в парнике. Над утками рассаду ставить. Лисенька, не мешай мне, солнышко. Вот, и, короче говоря, капусты я даже сейчас посею, чтобы выросли немножко листиков для того, чтобы подкормить птенцов. В инкубаторе мы заложили куриные яйца. Потом я буду все-таки пробовать выводить мускусных. И как бы цыплятам, утятам она пригодится, травка. Дальше. Так, эту кукурузу убираем. Нигде не могла найти руколу. Вот всего нашла 2 вида и в одном только магазине. Вот что-то 3 или 4 магазина мы были. Вот только в одном магазине я нашла руколу. Что-то она исчезла у нас. Ну, руколу это, соответственно, себе тоже, ну и птичкам тоже хорошо. Так, вот купила мангольд. Это, по-моему, как листовая свекла, что ли. Типа. Что-то я читала в интернете где-то, что что-то она хорошая и полезная, но не помню. Здесь ничего описания нету. Для чего она и что? Витамины. Ну, в интернете посмотрим. Так, дальше. Приобрела я томат белый налив. Это томат старый сорт. Единственный сорт, который у нас растет и ничем не болеет. Хороший дают результат. Вот уже у нас дача, мы занимаемся. Ну, купили землю около 18 лет или 19 назад. А самими посадками занимаемся 15 лет. Вот этот сорт никогда не подводил. Ничем не болеет. Хороший урожай дает. Ну, соответственно, поливать надо. Ничем никогда не опрыскивала, никаких койот не вешала, ничего. Он хорошо сам дает. Хотя говорят, что чтобы все пробовать. Тут одно время он исчез с прилавков, потом появился.
И как начинаешь спрашивать белые наливы все, что вы все вцепились в этот белый налив? Уж попробуйте другие сорта. Ну вот попробовали, нет. В этом году я посадила в парник томаты. Ранее посадила томаты. Они у меня созрели позже всех. Нет, не хочу я больше. Белый налив там и несколько сортов еще, но это когда буду сажать, я вам покажу. Я закупила белый налив. Вот, посадим. Дальше. Мне понравился вот этот, вот как название, тыква лечебная. Посмотрим, что это за тыква. И купила арбузик огонек. В этом году я сажала. У нас они маленькие арбузики. Ну, вообще вот маленькие. Но сладкие, сладкие, сладкие. Это вот действительно как ягода. Наверное, вот с маленьким вот так вот мячик. Пишут, что может и побольше вырастать. Ну, не знаю. У меня больше не вырастали. Но они всегда есть и очень вкусно сладкие. Прямо вот, даже вот говорю, у меня слюни потекли. Сочные, созревают и прямо медовые такие. Дальше. Купила лук каратанский пари. Будем сажать тоже. Вещь хорошая. Лук очень полезный. Очень полезный. Советую всем заняться этой посадкой. Начинается сажаться с начала марта. Возни семьи есть, но не так много. Лук сейчас шнит, посажу в горшочек. Вот купила эвкалипт. Не знаю, посадим, посмотрим, что из этого получится. Вот я первый раз это увидела, взяла. Купила махорку. Но махорку не для того, чтобы курить, а для того, чтобы собирать листья и обрабатывать от всякой тли, мошек. Ну и, соответственно, тут с лечебными есть целями сердечко полечить. Но по поводу лечебных целей, это у меня будет отдельное видео. Вот махорку собирать листья и обрабатывать потом, сушить и обрабатывать потом растения. Так, соответственно, купили мы салат. Это тоже мы сейчас посадим. Это я купила для того, чтобы, ну, прибавила больше, чтобы посадить птичкам. Потому что это все у меня есть, но я просто добавила. Петрушка листовая, это себе купили. Корневую тоже себе купили. Советую сажать корневую петрушку и добавлять постоянно в суп. Это очень-очень полезная вещь. Очень полезная, особенно женщинам. Розмарин у меня есть. Розмарин. Ну, еще вот купили. И кориандр. И вот в прошлом году хотела показать, купила вот такие вот тесты, индикатор кислотности почвы. Это я купила в магазине, там, где как же называется магазин-то, где без химии все выращивают, стараются. Вот. Пригодится. Ну вот на этом мой... Ну, хотела еще показать, что у меня на участке растет. В прошлом году посадила голубика, два кустика. Солнечный сад. Элизабет. И у меня вот посадила вот в прошлом году вот такой вот лилейник. Он зацвел у меня в прошлом году. Очень красивый. Действительно, вот такой есть. Я его буду рассаживать. И если кого заинтересует, могу почтой отправлять наложенным платежом. В этом году я посмотрю, насколько он у меня разросся. Как можно его, если что, укоренить или какие взять корешочки для продажи. Так что вот, дорогие друзья, если вас интересует, могу как-нибудь в будущем предложить такой вам лилейник. Лилейник гибридный Джейсон Солтер. Ну вот, пока на этом все, заканчиваю. О том, что у меня с прошлого года осталось, что росло и что не росло, семена, я сниму отдельное видео. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Удачи вам в этом году. Пока-пока.